хватким когтям он освоил необычное средство доставки. Это дымчато-серый ястреб парит в небе Африки, подлетает к отвесной скале и закрепляется на ней. За его крыльями не видно, что там происходит, но вскоре он возвращается к своему гнезду, чтобы накормить птенцов мясом летучей мыши. Острыми когтями и клювом он разрывает мясо на детские порции. Таранные кости ястреба имеют особое строение, позволяющее его когтям обшаривать расщелины скал, в которых прячутся летучие мыши, и дупла деревьев с гнездами птиц, где всегда есть чем поживиться. Он осматривает дупло и, если видит что-то достойное внимания, начинает орудовать ногой. Он обшаривает все уголки и обнаруживает добычу, хватает ее когтями. Когти хищника – великолепное оружие, но эти птицы не единственные крылатые существа с когтями,